always do 没理由就要你做我女友谁都没机会就要占据你的心不会拒绝我 So where are you? Come to my party 因为我知道你才就是人群里的焦点眼光太高不能怪我要让大家看到你 see 我当然这不全是我的目的我要爱你的人都羡慕没错请你接受我的表白要知道我从不会被拒绝我相信你和我是天生的一对、yeah. I'll be your big girl for Прошу, не умирай у меня на руках. Мне реально нужно делать искусственное дыхание. Пыталась меня поцеловать? Ты очнулся. Это так здорово, здорово. Журналисты все еще там? Свыше 130 тысяч людей смотрят прямые эфиры. Может, вызовем полицию? Босс Чэнь, думаю, мы можем подстроиться под ситуацию. Видите ли? Куча журналистов сейчас работает с нами бесплатно. Джен Басюй в трендах с 35-го места поднялся на 5-е. Бесплатная реклама тоже реклама. Я всегда думал, что это не слишком достойно. Это подорвет его имидж. Мне кажется, раз уж достаточно популярности и внимания, то нам нужно выпустить его новую песню «Круто», да? Конечно. Повысим его обсуждение и позаботимся о его увеличении. Точняк. Я позвоню в полицию позже. Да. Я сообщу Юйхан. Она вызовет полицию. Эй. Минуточку. Повесь трубку. В чем дело? Я успешно убедил босса Ченя своей мудростью. Мы разрабатываем стратегию и собираемся надолго победить. Ты о чем? Можешь нормально сказать? Здравствуйте. Президент Джен, рад вашему звонку. Здравствуйте. Мне очень жаль, я занят работой, а это оттягивает наши проекты. Я хочу спросить, свободен ли ты на следующей неделе? Давай поужинаем. Хорошо. Конечно, я приду. Отлично. Думаю, ты предоставил мне очень хорошие предложения. Развитие индустрии развлечений весьма перспективно. Мы должны сотрудничать. Ты тут эксперт. Я хочу больше узнать от тебя. Ладно? Ну, это очень любезно с вашей стороны. Жду встречи с вами. Давайте обсудим это на следующей неделе. Без проблем. Уговор. До встречи. До встречи. Журналисты до сих пор окружают его. Мы используем это для раскрутки. Пока оно горячо. Юйнай, босс Чэнь. Отлично, вы еще здесь. Хочу вам сказать, что Джен Басюй должен поддерживать положительный имидж для раскрутки. И он должен быть суперзвездой высшего качества, будущей звездой в Star Entertainment. Поняли? Да, сэр. И вы живо должны решить проблему с журналюгами. Без проблем. Что ты сейчас говорил? Решение было принято 5 минут назад, ясно? Через 5 минут оно изменилось. Как говорят, перемены всегда к лучшему.
Не трать время, скорее, звони в полицию. Уходите, уходите! Мы давно ждем! Вам не следует этого делать! Дайте хотя бы спросить кое-что! Дайте взять у него интервью! Дайте взять у него интервью! Мы не побеспокоим его! Мы давно ждем! Не толкайте нас! Мы не нарушали закон! Почему едет полиция? Мы просто работаем! Да, верно! Помолчите! Вы журналисты, всему же есть предел, не так ли? Они не могут выйти из-за вас! Это нормально? Ну же, пожалуйста, уходите, хватит здесь стоять! Мы давно ждем! Мы давно ждем, вы не имеете права! Давайте понимать друг друга, ладно? Пожалуйста, уберите камеру, уходите! Ладно, ладно. Пап. Почему ты вдруг вернулась домой? Тебя увидеть. Я переживала, что тебе одиноко дома. Поэтому вернулась оставить тебе компанию. Что случилось? Поссорились с Тяньхао? Я слышала, доктор сказал, что твоя сердечная недостаточность остро развивается в последнее время. Разве ты не по времени принимал таблетки? Ну... Я отлично знаю свое тело. Ты не за этим вернулась, да? Какая отличная возможность. Группа журналистов ждали, что ты дашь интервью. Ты упустил средства доставки информации. Ты столько времени провела в колледже, но все еще знаешь только о грязной рекламе. Как ты можешь такое говорить? Журналисты хотят информации, а ты ее источник. Тебе решать, что ты хочешь представлять, а что нет. Инициатива у тебя, да? Это называется обменом информации. Ты не поймешь, о чем я. Я говорила тебе больше сосредоточиться на учебе. Ты был ленивым мальчиком. Если у тебя будет свободное время, больше читая СМИ, чтобы научиться доносить информацию до публики, тогда ты поймешь, как выиграть инициативу. Ты много болтаешь. Слушай, они просто хотят разрушить мою репутацию дурацкими вопросами. Ты всегда блещешь своим IQ передо мной, сравнивая свои преимущества с моими недостатками. Ты злючка. Ты правда моя сестра? Сестра и Жан еще ничего не сказала. А ты уже признаешь, что у тебя низкий IQ. Тебе-то какое дело? Почему ты всегда суешь нос в мои дела? Почему ты постоянно задираешь ее? Посмотри на эти морщинки, когда ты хмуришься. Теперь у тебя низкий IQ и ужасный вид. Оно того стоит? Если ты не можешь по-другому с журналистами, у меня есть другой способ. Поехали со мной за границу. В следующем месяце я еду в Америку для участия в международной выставке украшений компании Лэйсэн. Можешь мне помочь? Обещай, никто не узнает, где ты. Зачем мне с тобой ехать? Мне и здесь нравится. Ты такой бесстрашный и упрямый ребенок. Вэн Вэйн дала мне интервью. Слухи о вас, Джан Босюин, правда? Что хотите сказать? Кто это? Так-то хочет быть его женой, но ей отказали. Что вы скажете о слухах с Джан Босюем? Давайте есть! Скажите что-нибудь. А, Босю не отвечает, мне неудобно что-то говорить. Что вы имеете в виду? Вы ждете, что сначала Джан Босюй признает слух? Можете сказать, между вами с Джан Босюем договоренность? Мне очень жаль, я храню молчание сейчас. Божечки. Боже мой, она на тебя похожа. Чушь собачья, она осмелилась такое сказать. Она такая лиса. Да. Она делает вид, что слухи это правда. Да. Может, у Джан Босюй действительно с ней что-то невозможно. Есть? Может, у Джан Босюй действительно с ней что-то есть? Она невозможна. Это не точно. У всех есть лимит. Может, она действительно во вкусе Джан Босюя? Ни за что! Это слишком странный вкус. Вы шутите? Такой дурной себе. Вкус. Босю симпатяга. Как она может ему нравиться? Я этого не вынесу. Я пойду. Посмотрите, во что она одета. Терпеть не могу. Должно быть, за ней кто-то стоит. Разыгрывает из себя недотрогу. Слух становится реальнее, чем его признание. Теперь будет сложно его оправдать. Хорошо, что она не так известна и печально известна своими скандалами. Это еще хуже. Это показывает, что у Джан Босюя плохой и дурной вкус. Что с этим делать? Наверное, она все подстроила, чтобы сблизиться с Джан Босюем ради славы. Думаю, сейчас это очень сложно прекратить. Если шансов нет, мы просто будем молчать. Пусть она делает, что хочет. Время покажет ее истинное лицо. Что с Джан Босюем?
Он никуда не может пойти. Журналисты повсюду его преследуют. Как это называется? Где мед, там и мухи. Ну, в следующем месяце он должен поехать в Мексику для съемок клипа. Пусть едет заранее, прямо сейчас. Ускорим план? Да, и будет лучше решить это без него. На съемках клипа в Мексике руководит босс Ду. Мы должны сообщить ей, если изменится план, да? Да. Где босс Ду? Я не видела ее в последние дни. Отец. Входи. Извините, что не приходил эти дни. Я был очень занят. Я знаю, но надеюсь, что у вас все хорошо. Отец. У нас с Ваньцинь недопонимание. Я хочу прямо поговорить с ней наедине. Она здесь? Вам нужно адекватно поговорить. Она в своей комнате. Входи. Все еще на меня злишься? Я познакомился с Малиной полгода назад. В то время у всех артистов нашей компании были плохие условия. Я выбрал Джен Басюя среди новых артистов, ты возразила. Но теперь, кажется, ты была права. Вообще-то, я надеюсь, отец Джен Басюя вложится в Star Entertainment. Но, как видишь, дело не идет. Единственная разумная инвестиция сейчас – Малина. Не отрицаю. Она заинтересована во мне. Но я знаю, как себя вести. При каждой встрече я буду держать дистанцию. Она знает, что я женат и у меня есть ребенок. Малина представила мне эту инвестиционную компанию. Единственное условие – позволить Малине быть вице-президентом Star Entertainment. Я искал возможность поговорить и объясниться с тобой. Но… Я мало что знаю в делах компании. Сам решай, что и как делать. Надеюсь, ты мне доверяешь. Я… Столько всего делаю ради тебя. Ты быстро добралась. Ты встречался с Чаном? Да. Он подпишет с тобой контракт? Пока нет. Он просто говорил и расспрашивал обо мне. Ты его устраиваешь? Ты опять сюда бежала? Так запыхалась. Вот водичка, специально приготовленная для тебя. Пей скорее. Я перенервничала, когда узнала, что ты виделся с учителем Чаном. Я хотела узнать, но стеснялась его спросить. Прошу, скажи мне, что все в норме. Он подпишет? Не так быстро. Учитель Чан сказал, если компания подпишет контракт с новым артистом, это потребует учесть много аспектов. И Джен Басюй в компании. Он сейчас топ-артист. Если я присоединюсь, это будет как-то неловко. Почему? Он это он, ты это ты. Вы не помешаете друг другу. Все не так просто, как кажется. Однако учитель Чан сказал, что постарается помочь мне. В любом случае, я о тебе высокого мнения. Ты спешила сюда просто, чтобы спросить меня об этом? Могла позвонить. Я еще хочу кое-что тебе сказать. Что? Я еду с Джен Басюем в Мексику для съемок его клипа. Хочешь, я тебе что-нибудь куплю? Так вот оно что. Мне ничего не нужно.
повеселись там. Я тебя побеспокоила. Могу уйти? Нет, нет. Если честно, я даже рад, что ты здесь. Ты звезда удачи. Когда тебя вижу, всегда случается что-то хорошее. Удача всегда приходит. Да, тогда я буду приходить сюда чаще. Круто. Может, я принесу тебе удачу? Это здорово. Так или иначе, я не чувствую себя везунчиком. Но если я могу принести удачу тебе, мне тоже может больше повезти. Как же так? Ты хорошая девушка, ты не можешь быть невезучей. Веселись и делай больше селфи, когда доберешься туда. Я буду лайкать твои фото. Извините, Басюй, это ваша помощница сзади? Она может не лезть в камеру? Почему? Мы снимаем документалку. Ваш наряд выглядит не очень. Извините, извините. Спасибо, спасибо. Басюй, делайте вид, что вы продолжаете разговаривать друг с другом, когда идете. Да, будьте естественным. Улыбайтесь. Отлично. Продолжаем. Хорошо, давайте. Отличная работа. Скажи, что ты обо мне думаешь? Ничего. Ты что делаешь? Пусти меня. Ну больно же. Мы на месте. Вещи в этом магазине в твоем стиле. Но... зачем мы сюда пришли? Твоя повседневка слишком устарела. Мне надоело мириться с этим. Я уже тщательно подобрала одежду себе по стилю. Это то, что ты тщательно подобрала? Должен сказать, у тебя совсем нет чувства стиля. К тому же ты будешь со мной на всех мероприятиях. Будешь каждый раз под объективами камер. Твой вид реально на меня неблагоприятно влияет. Но вообще-то я боюсь, что перетяну все внимание на себя, если наряжусь. Ах, правда? Позволь сказать, ты никогда не перетянешь внимание на себя, как бы ни пыталась. Шевелись. Хочешь, чтобы я купила здесь одежду? Разве не круто? У нее хорошее качество и низкая цена. Забей, давай я тебе выберу, ладно? Я знаю твой вкус. Он такой... Вот это. Это единственное, что тебе вполне идет. Примерочная там. Неплохо, по крайней мере, он знает, какую одежду мне купить. Мой тяжелый труд окупается. Это все? Давайте проверим цену. Всего 23 тысячи. Без скидок? Та же цена по всей стране без скидок. Хотите расплатиться картой или наличными? Хотите расплатиться картой или наличными? Она тебя спрашивает, картой или наличными? Я оплачиваю. Бред. Кто еще, если не ты? Я? Я должен платить за твои вещи? Такая смешная. Как я могла? Я просила тебя рассчитаться. Я плачу за вещи, которые ношу. И к тому же, как я могу принять то, что другие мне купили? Я не халявщица. Ясно? Я заплачу. Так, хотите расплатиться картой или наличными? Наличные... нет. Картой. Богачка. But maybe all these blue and bruising is good enough to show you. Впервые за границей? Не волнуйся, в любом случае, никто не хочет видеть твои селфи.
Мои друзья ждут моих фоток. Кстати, место такое красивое. Не вижу ничего впечатляющего здесь. Не сравнится с Европой. У городов в странах Европы культура лучше. Ты осталась в Париже для перелета без въезда в город, но все равно ощутила культуру. Впечатляет. Аэропорт тоже визитная карточка города. Я приземлилась. Потусим сегодня. Дай мне уладить свой график. Все будет в норме. Сюсюй, у меня есть очень близкая подруга. Она только что позвонила мне. Мы давно не виделись. Я хочу сегодня... Могу ли я... Все, что пожелаешь. Сюси, ты такой милашка. Неудивительно, что тебя так много людей любят. Я пойду. Делай то, что должна помощница. Поняла? Не облажайся. И перестань нести чушь. Не находишь, что твое поведение тянет на малолетку? Я просто делаю свою работу. Знаешь, что значит работа? Действительно, думаю, что я хочу о тебе заботиться. Тогда зачем удосужилась? Проваливай. Меня тошнит и болит голова. Я хочу спать. Отойди. Дженбосюй. Я иду в душ. Хочешь посмотреть? Не смей убежать. Звезды сегодня такие прекрасные.
Великолепные. Китай, полночь, да? Почему ты не спишь? Засиживаться допоздна вредно. Я пишу новую песню. Не могу дождаться и послушать. Я отправлю тебе демо после записи. Ребята, даже разница в 15 часов не остановит вас от флирта. С меня хватит. Ложись пораньше спать. Спокойной ночи. Что ты здесь делаешь? Доброе утро. Ты просидела здесь всю ночь? Я бы не пришла так рано, если бы ты сказал мне, что опоздаешь. Чокнутая. Ты куда? Ты еще мне не сказал. Ты куда? Не твое дело. Ты должен сказать мне, куда идешь. Можешь перестать пасти меня? Ну ты куда? Притормози. Ты что, псих? Владыка Джейн, на месте 13:30, запомни! Вообще реально?
красиво. Здравствуй. Здравствуйте. Вы помощница Джен Басюэ? Да. А вы руководитель Джан? Менеджер Сюйцы просил обсудить все с вами. Да. Наш декоратор, костюмер и визажист уже готовы. Скоро приедет режиссер. Когда прибудет Джен Басюэ? 1:30. А как же прогон? Могу я знать вместо него? Давайте так. Сначала закончим все подготовки, потом вы все проверите. Убедитесь, что когда приедет Джен Басюэ, мы сразу начнем съемку. Иначе мы не выполним сегодняшний план. Это чужая страна. Нужно освободить арендуемое место вовремя. Когда время аренды выйдет, нельзя заплатить задержку. Не волнуйтесь, я все подготовлю. Большое спасибо. Хорошо, тогда ознакомлю вас с рабочим местом. Хорошо. Посмотрите на время. Я даже позволил им отобедать. Мне очень жаль. Он, наверное, скоро приедет. Если не явится, то уедет режиссер. Предупреждаю. Сейчас же ему звони. Живо! Это очень непрофессионально. Я не буду с ним работать. Нет, с меня хватит. Простите, простите. Простите. Нет. Мисс Сунь, наконец-то вы ответили. Что такое? Закончили по графику? Джен Бусюй пропал. Ты нашла его? Что с тобой не так? Я не говорила следить за ним. Разве люди испаряются? Я... Что ты? Это все твоя вина. Ты сюда поиграться приехала? Посмотри, что ты наделала. Если с ним что-то случится, что ты будешь делать? Надеюсь, он просто прикалывается. Я начинаю за него переживать. Какие приколы? Джен Боси никогда не опаздывает на работу. Может, ему на все пофиг, но в работе он серьезен. Как это может быть приколом? Может, позвоним в полицию? Бессмысленно. Его нет лишь пару часов. Давай скорее найдем его. Я тоже хочу его найти, но где? Мне плевать. Ты должна его найти. Давай разделимся и найдем его. Черт, как это бесит. Я незнакомка в этом огромном городе. Как мне его найти? Джен Босюй, моя небесная кара.
Он будет в порядке. Что случилось? Нужна помощь. Потерялся парень. Не грусти. Найдешь получше. Нет, нет, нет. Да, ты так молода и красива. Все получится. Я имею в виду... Ну, иди сюда. Извините, я ищу китаянку. Не знаете, где она? Да, вон там. Вон та? Спасибо. Здравствуй. Ты мисс Янь, Ян Джэньджэнь. Ведь так? Да. А вы? Привет. Я лучшая подруга твоего босса Чэнь. Я присматриваю за его дочкой, Сяо-Сяо, в Америке. Приятно познакомиться. Как мне вас звать? Просто зови меня Ева. Знаешь, что случилось с Джинбо Сюем? Мой муж адвокат. Он помогает боссу Чэня в заграничных делах. Поэтому он уже вызвал мексиканского адвоката, чтобы вытащить Джинбо Сюя. Все будет в порядке. Вытащить? А где он? Хуан! Карлос! Даниэль! А, я нет? Нет. Где наши люди? Где, блин, наши? Середо! Марко! Увидимся, чувак. Увидимся. Какое увидимся? Сами вышли, кинув меня здесь, и мы еще свидимся. Стебетесь? Сэр! Где мои люди? Этот член спорткар-клуба под наблюдением из-за гонок, что является угрозой общественной безопасности. Мы выдвигаем ему обвинение. Это необходимо? Гонки — это серьезное дорожное нарушение, которое можно рассмотреть как угрозу общественной безопасности. В результате он будет лишен водительских прав и оштрафован. Если случай серьезный, правонарушитель может остаться под стражей. Он попадет в тюрьму? Извините, мэм. Это будет решать суд. У меня нет полномочий дать вам ответ. Мисс Ева? Да. Я Джонатан, друг вашего мужа. Приятно познакомиться. Мне тоже. Я тут, чтобы освободить мистера Джен. Какова ситуация? Чего так долго? А это... Здравствуй, я подруга Чин Тяньхао, Ева. Я опекаю Чин Сяо Сяо в Америке. Адвокат уже подписал бумаги о твоем освобождении. Ты можешь выйти. Спасибочки. Не за что. Идем. Оказывается, ты можешь есть фастфуд.
Ты врубаешься, как я голоден? Нет времени привередничать. Если что-то случится в будущем, я снова накормлю тебя фастфудом. Ни за что! Сегодня особый случай. Ты не должна больше допустить такое. Поняла? Разве ты сейчас не ешь с аппетитом? К тому же я ли виновата в том, что случилось? Кто тут у нас скорость-то превысил? Что ты там вякнула? Ева, спасибо за помощь. Пустяки, мне только в радость. Мой муж позвонил и попросил заменить его, так как сам не смог отлучиться. Джен Боси, главный артист Star Entertainment. И еще любимый айдол Чен Сяо Си. Сяо Сяо тут? Да, она услышала, что ты снимаешь клип в Большом каньоне, и настаивала приехать сюда и увидеться с тобой. Так как это недалеко от Лос-Анджелеса, я привезла ее отдохнуть. Не могу поверить, что Сяо Сяо твоя фанатка. Сяо Сяо было всего 8, но подтвердился ее отменный вкус. Она мой первый официальный фанат. Я даже нарисовал ей сертификат. Первая фанатка. Да, нарисовал. Что смешного? Слышала от босса Чин, что нужно снова утвердить место съемок клипа. У нас образовались 2 дня отдыха. Хотите встретиться с Сяо Сяо? Отличная идея. Я только за. Добро пожаловать. Приветствую в моем доме. Здоровско. Чувствуйте себя как дома. Хорошо. Давайте осмотримся. Все, дом мой. Эй! Братик Сю, я так рада тебя видеть. Мы давно не виделись. Я очень скучала. Как сильно? Ты следующий по значимости после мамы и папы. Правда? Это моя дочка Керри. Керри, поздоровайся. Привет. Дай 5. Керри, это мой любимый братик Джен Бусюй. Он ведь супер красавчик, да? Думаю, Джастин Бибер красивее. А я не согласна. Братик Сю номер 1. Да, я тоже думаю, что я номер 1. Но Джастин Бибер тоже ничего. Ладно, ладно. Мне нужно много тебе рассказать. Мы можем отлучиться на минутку. Идем.